Я вас плеткой несносные, невослушные. Из-за вас я потерял свой театр. На сцене знакомые с детства герои. Злодей Карабас-Барабас, красавица Мальвина, Пьеро, Артемон, Орликин и, конечно, Буратино. От первой до последней минуты маленькие и большие зрители сопереживают всему, что происходит на сцене. Сюжет новогодней постановки никого не оставляет равнодушным. Так ярко и красочно отмечают Новый год на областной профсоюзной елке. Все супер, все очень красочно, все красиво. Нам понравилось, доченьки видно тоже. Выступление очень классное, все герои очень красивые и нарядные. Подняли настроение всем, и взрослым, и детям. Традиционно в канун зимних праздников такие замечательные новогодние мероприятия проходят во Дворце культуры профсоюзов. Дети со всего Брестского региона в эти дни получают подарки, погружаются в волшебный мир сказки, и даже взрослые становятся чуточку детьми. Все профсоюзы Брестской области, это и областное объединение профсоюзов, и 13 отраслевых профсоюзов, сейчас ведут вот такую работу по созданию хорошего настроения, ощущения чудес и праздника к Новому году для наших детей. Сегодня наше мероприятие – это областная елка, профсоюзная елка, на которую мы пригласили членов профсоюза. Сказки у нас идут по 4 представления в день практически, и все желания наших детей, конечно, мы исполним. Мероприятие по традиции завершает праздничная программа у главной новогодней красавицы Ели. Здесь можно петь и танцевать. Главное условие – зарядиться позитивом до следующего Нового года. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БОК ТВ.